тела, горящий и происходящий. И о горе бездомном горячего, бывшего прежнего тела. Расскажи о песчинках Шахата, о диких степях Забайкалья. О пространствах отчаяний, спальных, бессонных, районных. Расскажи о воробушке. Что остался без тела? Каково это? Стать своим собственным будничным телом. Но светящимся, дремлющим, сонным и не знающим боли. Я хотел бы, и вот я пытаюсь не думать об этом. Знаю, когда это происходит или не происходит. И когда это происходит, я стараюсь не думать об этом, а думать о том, каково это – остаться без тела. Я хотел бы остаться без него, происходящего по собственной воле. Без того, что растет, выбрасывается, вырастает, поднимается изнутри. Повторяющегося события, о котором я не могу ни тут, как бы я ни старался. Выпадает ласточка из небес. Происходящее длится. Длится. Невозможно, незабываемо, неотвратимо, неподалеку. Неподалеку. Будем жить, пока живы, пока цветы рождаются, говорятся. В пустоте несказанной. В степи невместной. Безвестной, тесной. Ласковый Аврелий верный, лепесток лемех, бесконечная степь. И ты с незрячим зверьком, и Мурза смелькнувший со случайной своей зрячей видящей милосизой. Все остались без тел. Происходящее говорит, все еще говорит временами, со всеми нами. Словами.
Я, Воробушек, говорит, представлял себе все. Всякий раз, когда ее тело было летело бело. Никогда слепящим пустым провелом человеческого удела. Полуслепым, оборванным, без боли осиротелом, обобранным. Оскуделым. Потому что происходящее осязаемо, представимо. Потому что непредставимое, видимо, различимо. Здравствуй, острая белая роза чумная сквозная, что над миром сбывается свыше надежды и меры. Помолчи мне о боли горящей, происходящей. О бессонном кипящем событии отождествления. Помолчи мне о лезвии проникающей. Раскаленном. Yeah,